багаже воспоминаний множества мальчишек, выросших в Советском Союзе, всегда найдется местечко для любимых книг и кинокартин. Остросюжетный художественный фильм в зоне особого внимания нередко относится именно к этой, особенной категории. С точки зрения так называемых заклепочников, и здесь тоже хватает разного рода несусветных нестыковок, как бросающихся в глаза, так и почти незаметных для неспециалистов. Это правда. Но правда и в том, что все кинодопущения и неточности разом меркнут на фоне того заряда, который нес в себе фильм. Динамичный сценарий, умело составленный актерский букет, запоминающееся музыкальное сопровождение, операторская работа. Да весь ритм и темп фильма на деле мощно мотивировали быть сильным и смелым, не только романтически настроенного юного зрителя. Но вопросы, как говорится, накопились. В том числе и в ваших письмах и комментариях к анонсу запланированного интервью. Я их все аккуратно систематизировал, напечатал и заблаговременно отправился в гости к Владимиру Васильевичу Осипенко. Мы еще раз обсудили грядущую встречу и составили конспект. Мнение было единым. Сам по себе жанр киноразборов изначально вторичен и ущербен. Разбирать несоответствующие правде жизни кинодетали и придираться к реализации чужих творческих замыслов – это не уровень. Уровень – рассказать о реальной воздушно-десантной службе, ставшей для фильма крепким базисом. И, конечно, не без внутреннего удовлетворения отдать дань уважения настоящему советскому кинофильму. Дополнительно отмечу, имея за плечами богатейший служебный и боевой опыт, Владимир Васильевич Осипенко и это интервью провел как настоящий десантник. Инициативно и нестандартно. Получилось, на мой взгляд, изобилующая вот это поворотами и яркими деталями беседа о советских ВДВ и тех самых людях, которыми хотели стать и стали многие советские мальчишки. Слово гвардии полковнику Осипенко. Знай наших. Уважаемые зрители, благодарю вас за своевременную помощь и хочу поделиться новостями. Первой на наш призыв о поддержке откликнулась российская компания РИК. Руководство компании приняло решение поучаствовать в долгосрочном финансировании работ над нашей видеопродукцией. Стало быть, новые материалы уже готовятся. Думаю, будет справедливо в качестве ответной меры всем нашим зрительским коллективам заглянуть на сайт и канал компании РИК. РИК поставляет отличные контейнеры по выгодной стоимости и делом поддерживает выпуск наших видеоматериалов. Рад нашей новой встрече и этой теме, которая оставила сильный след в нашей биографии, в нашей службе, в наших воспоминаниях. Зона особого внимания – это мы с женой в выходной день, еще там целый ряд офицеров – в кинотеатр литовского города Алитус, и мы его посмотрели. Конечно, выходя оттуда, у нас грудь была развернута, мы вот чувствовали себя сопричастными, близкими. По тематике это было что-то очень близкое, родное и какая-то гордость, чувство правильного выбранного жизненного пути присутствовало очень сильно. Это было действительно сильно для нас посмотреть вот этот фильм. Ощущение, что это кино о вас присутствовало? В том-то и дело. Изначально, и самое, тем более, что в это время я как раз начинал службу в разведывательной роте. Вот эти все вещи, которые там проходили, которые там показывали, были настолько близки, понятны, естественны и нормальны для нас, что даже мысли не возникало никакой, что, может быть, это вымысел художественный или вот придумали, показали какую-то... Нет, это было родное и близкое. А на какие-то детали и несоответствия обращали внимание? Ну, это безусловно. Это безусловно. Это мы видели все. Мы начинали, так сказать, для себя потом в своем кругу обсуждения, что они эти береты одели, а где у них эта амуниция, а как это он Р-126 там пеленговал, да что они там выпрыгивают из в рампу идут, ноги все разбросаны, как солома, там же этот может стабилизатор заскочить между ног. Это, мы это все видели, критиковали, но это было с позиции, может быть, какие-то там уже профессионального снобизма. Но
оно абсолютно не повлияло на восприятие фильма в целом. Восприятие фильма в целом. Фильм действительно оставлял след в душе, оставлял след, так сказать, на сознании и гордости за то, что мы делаем. Я предлагаю все же вот немножко по таким деталям пройтись и разобраться, как оно на самом деле было в воздушно-десантных войсках. Весь фильм десантники перемещаются в голубых беретах. Насколько вообще часто ВДВ береты носили и как к ним относились? Тельняшка-берет – это то, что отличает десант. Это то, что для нас сделал Василий Филиппович Маргелов. Это предмет нашей гордости и трепетного отношения. Береты, конечно, были, как и были тельняшки. Но к ним в войсках у офицеров, у десантников было, ну, особое, я бы сказал, трепетное отношение. Берет – это был праздничный атрибут, который мы одевали на парады, на строевые смотры, на какие-то мероприятия. Иногда, когда мы отпускали бойцов в увольнение, они парадку подшивали, здесь тельник, здесь берет, и вот он выходил в увольнение. Но поскольку это было нечасто, и это у нас в войсках не было повседневным атрибутом, тем более близко его не было на учениях, особенно на выполнениях задач разведки. Конечно, этого не было. Когда идут учения, когда идет выброска, там каждая вещь, каждая деталь, каждый грамм, он имеет какое-то свое значение. Может быть, учение очень большое. Может быть, там хотят что-то руководители показать, ну, руководству. Государственному, партийному руководству, может быть, там будет смотр или какое-то прохождение, и там предусматривают, что там может быть построение в беретах, но этот берет будет спрятан на грудь или будет спрятан в РД, и в этом РД он будет ждать того времени, когда скажут построение, форма одежды в беретах, вот тогда мы могли его одеть. Осветиться в беретах, особенно разведке, это нонсенс, этого быть не может. А почему и зачем этот символ был в таком виде в фильм введен? Это было решение главного вдохновителя, консультанта этого фильма Василия Филипповича Маргелова, командующего воздушно-десантными войсками. Он этим знаком, этим символом подчеркивал, что вот это десантики. Это десантики. Это должно было остаться в подкорке не нашей, а в подкорке пацанов, гражданских, вообще далеких от армии людей, что вот это действительно десантник. А если этот берет там у одного кокарда офицерская, потом это кокарда солдатская, какая-то он одевает его с поворотом и так далее. Ну, это мелочи. Это мелочи, которые не влияли на главный посыл фильма. Главный посыл фильма – это вот люди, вот они вот настолько вот они подготовлены, настолько вот они заряжены, настолько вот они, что они выполняют вот так вот блестящие задачи попутно и освобождают, и ловят там каких-то преступников, или там обезвреживают, попутно решают еще какие-то задачи. Но главная задача – это выполнить то, что было поставлено на учение. И берет он подчеркивал, да, здесь нет сомнений, здесь работают десантники. Когда мы десантируемся, мы все одинаковые, как, наверное, как мышки, потому что у всех шлем, у всех комбинезон, у всех оружие, РД, но нужно быть очень внимательным, чтобы определить, что у офицера еще есть командирская сумка, и часто у офицера есть радиостанция. Часто есть радиостанция. Но нас Афган очень быстро научил, что радиостанция, особенно торчащая из радиостанции антенна, это вот как раз демаскирующий признак, который нас выделяет на общем фоне. Поэтому нас учили, и потом мы уже учили, что ты не должен ничего такого показывать, чтобы тебя идентифицировали как офицера. Никаких там движений руками, никаких там вот этих указаний, там, никаких внешних проявлений, никаких атрибутов у тебя быть не должно. Почему? Потому что офицер – это цель номер один. Связист – цель номер два. Потом пошли остальные по убывающему своего значения. И нарушителей очень, очень жестко за это иногда окончательно, так сказать.
отучали от этих вещей. И мы это дело помнили, знали и использовали. Форма одежды десантников, которая в фильме фигурирует, она насколько близка или далека к тому, что на самом деле в войсках была? Маскалат. Маскалат и берет. Маскалат, ну, его можно использовать в очень конкретных ситуациях. Это когда ты залез на дерево, или ты лег под дерево в свежей, свежей зелени или под елочкой. Этот маскалат тебе поможет при организации засады, когда ты не должен был где-то показаться. Найти на земле вот-вот постоянно вот такой зеленый фон под него было очень сложно. Поэтому в это время мы брали с собой маскалат. Мы брали с собой маскалаты, и эти маскалаты у нас были в РД. И мы их одевали очень конкретно и на короткое время. Почему? Потому что, ну, сам маскалат, ну, это хорошо, когда светит солнышко, когда ты бежишь, когда вот это он продувается, когда тело там вот под ним почти только один тельник и все остальное, это все здорово. Чуть-чуть там капнул дождик, чуть-чуть село солнышко, чуть-чуть там, и он уже становится не очень удобный. А если тебе приходится не все время разведчик, десантник бежит, он часто лежит, часто сидит. И этот маскалат, по большому счету, особенно если ты работаешь не в средней полосе, там на мхе, на травке или там на этом, а если ты соберешься с ним в горы, на эти камешки, которые образуют абразив, который моментально съедает не то, что этот маскалат, он съедает даже ХБ, которое было на тебе, это на полдня, на день, на одну ночь, все. А дальше он уже не проходит. У меня для выхода в горы был не просто комбинезон наш прыжковый, не просто комбинезон, а комбинезон прошитый, на котором были нашиты рукавники, нашиты второй слой. И, извиняюсь, там на пятую точку тоже и на коленях, чтобы там не стиралось. Это комбинезон, он достаточно плотный и достаточно крепкий. И все равно он протирался до невозможности. А это, ну, на отдельную конкретную какую-то задачу, да, его достал, одел, там залегли, прятались. Если ты оставляешь группу, посмотрел, как они, еще там листиков накивал, набросал пару веточек, обложил, тогда, да, действительно, там сливается, он помогает. А тельняшка, насколько вот она была в обиходе? Ну, тельняшка. Тельняшка – это, как, впрочем, берет, но тельняшка – это предмет особого внимания десантника. Выданная тельняшка сразу же где-то десантником харьковалась. Новая тельняшка, как называли, нулевая, целковая, вот ее там, это надо ее сразу прятать. Находили себе, что могли. Ходили в основном вношенных, переношенных, перестиранных, списанных у старшины. Почему? Потому что молодой мог еще себе позволить такую глупость, как тельняшку, сдать в стирку. Ну, солдат не стирал, и он сдавал тут, ему в бане выдавали новое. А новое он уже удивлялся, когда он в баню пошел, получил, а там уже потертое, там уже поношенное. Бывало даже, что до такой степени протертое, что где-то даже она уже чуть-чуть надорвана. Поэтому выданное – это мое, а вот то, что добуду, вот в том и хожу. Мое доставалось в двух случаях – на какие-то торжественные строевые смотры и на увольнение. Ну, а апофеоз – это в ней только вот на дембель, как положено, в том, что вот самое-самое нетронутое. В нормальных ротах старшины, они помогали солдатам в этом. Они помогали. И нормальные командиры, они это дело понимали. И, в общем-то, старшина, найди там второе уже использованное, и это бойцам выдавали. Бойцы также, кроме тельняшки, берета, берегли свою парадку, которая готовилась, и сапоги ушивались, сапоги обтачивались, каблуки, они под солдатскую моду именно этого времени, они тоже делались, и солдатики, так вот это вот очень аккуратно, если, повторяю, там нормальная
отношения в роте есть нормальный командир и старшина, это все у него лежало в дембельском чемодане, оно никуда не пряталось, его никто не трогал, это все было, солдаты, это было все понятно. Если велась борьба, она, борьба могла начаться и велась в подразделении, где порядка не было, где дембеля снимали с молодых выданное новое, ну и тут начиналась война. Это происходило, но это было скорее как исключение. Как исключение. Если начиналось, тут начиналось все изыматься, солдаты начинали тогда вот эти свои дембельские вещи прятать, дембельские альбомы прятать, потому что не было взаимопонимания. А сама форма беретов, я встречал так называемые маргеловские, такие относительно бесформенные, и вот на современный лад отбитые. Ну, на современный лад и маргеловские, то же самое, там их и начесывали, и там это как-то по-особому гладили, и как-то там вот это точили из каких-то цветных металлов, вот этот знамя, которое там вот на бок делалось, и кокарда, конечно, это было произведение солдатского искусства, что этот солдат, который шел на дембель, его можно было оценить и понять, что он из себя представляет. Что он из себя представляет. Не все они умели, не все владели этим, но вот уважаемому ему, конечно, мастер это все делал, как и мастера делали альбомы дембельские, как и делали там кто-то специалистом по сапогам, кто-то по тельняшке, кто-то умели, ушивали. Я видел этих клоунов, которые вот сейчас где-то показывают, как они вот там вот этот... Как в любом деле подготовка дембельского комплекта – это чувство меры, это чувство ну, какого-то такта и чувство действительно красивого. Когда это приобретает какие-то гипертрофированные формы и начинается это уже не совершенствование, а уродство и эти... Дембеля выглядят больше как клоуны, это, конечно, и если такие загибы где-то встречались в нашей среде, тут его ставили аккуратно в стойло, учили, объясняли, ну как объясняли, просто оторвали, на этом бывало, что и выносили какие-то сапоги, которые там уже выходили за всякие, и заставляли топором его перед этим эти сапоги уничтожить, потому что, чтобы не позорил воздушно-десантные войска. Предлагаю вернуться к будням воздушно-десантных учений. Вам наверняка приходилось в такого рода мероприятиях участие принимать. Насколько точно и подробно они отражены в фильме? Ну, здесь нельзя сказать, что я шел по этому сценарию, и поэтому могу там какие-то этапы. Но в эпизодах, в составляющих, так сказать, общего сценария мне приходилось участвовать достаточно часто. Разведывательная рота со своим полком, со своим там подразделением, ну вот надо чуть-чуть вернуться к истокам, 2 года службы. 2 года службы солдата. Это было определено не просто так, вот кто-то там сказал, что вот 2 года нужно отнять, вынуть и положить. 2 года – это тот минимум, который был необходим бойцу для того, чтобы из маминого сыночка стать солдатом. Это происходило чисто физиологически, потому что 2 года, 18-20 лет, когда он попадал в строгие рамки распорядка дня, когда он получал пищу, которая рассчитана диетологами, за которой следили наши начпроды и зампотылы, там давали вот эту кашу, давали это масло, давали этот сахар. Вы понимаете, что даже я служил в начале, в конце 70-х, в начале 80-х у меня в роте были бойцы, которые первый раз ели масло в армии, ели масло. И боец получал то количество калорий, которое ему необходимо, чтобы сформировать мужской организм. Он должен заматереть, он должен, так сказать, в свои органы, в свой организм влить то количество калорий, которое необходимо для нормального роста. Это раз. Второе. Этот распорядок дня заставлял его постоянно находиться в какой-то физической, но если не экстремальной, то достаточно большой физической нагрузке. Подъем 6 часов 10 минут, весь полк находится на физической зарядке.
А физическая зарядка была такая, что вот бойцы иногда говорили: зарядка кончилась, день прошел. Особенно они это дело не любили в понедельник. Почему понедельник? Это был командирский день, туда приходили командиры и, в общем-то, от души давали то, что надо. И когда у него ноют мышцы ног, мышцы рук, у него каждая группа рассчитана, там зарядка, и она проходит так, чтобы зацепить весь организм, чтобы не было нигде у него застоя. И когда у него каждая мышца поет, он развивается. Он развивается. И пацаны, которые пришли там, вот красивые такие розовощекие, там эти щечки трясутся и так далее, через полгода они уже немножко начинают отличаться. Через год они уже... Ну, у меня был случай, к моему солдату приехал брат. Мы в это время находились... Как раз был период, когда мы работали в колхозе, помогали колхозу там по его делам. В основном камни убирали. Убирали камни с полей, потому что там вот это как пройдет, это посевная спашут, этих камней там море. Мы помогали убирать эти камни, а нам давали то, что нужно было для полка по заготовкам. Приехал его брат, старший лейтенант. Старший лейтенант, я старший лейтенант. Заходи, у меня палатка, у меня в палатке там стол, садись. Он там что-то достал из своих. Вызываю его брата. Его брат заходит, докладывает. Этот старший лейтенант мазнул его взглядом. И дальше, значит, со мной продолжает разговор. И потом что-то до него доходит. Это ты? Брат не может узнать своего брата через год после того, как он попал в армию. А через 2 года это уже были мужики. Знаете, это уже были мужики. Мужики, которые, а, сформировались, б, они уже что-то прошли с точки зрения психологической. И самое главное, они прошли с точки зрения военной. Потому что за 2 года у бойца, как минимум, было 4 ротных учения, которых он там пробегал, он выполнял все там. Он там прошел подготовку солдата на курсе молодого бойца. Он пошел отделение, взвод, поучаствовал в ротных учениях 4 раза. Он поучаствовал в батальонных учениях. Раз в год он участвует в полковых учениях. А раз в 2 года он участвует в более крупных учениях. Это дивизионные учения или какие-то, если повезет, маневры. Там. Все эти учения разведрота проводит в двойном размере. Мы сначала работаем сами, готовимся как разведчики, как группы, как рота. Потом мы начинаем обеспечивать учение этим батальоном. Батальон пошел, ему враг нужен? Ему враг нужен. Значит, с каждым батальоном разведрота тоже уходит на эти учения, и она начинает им строить то, о чем эпизодически так проскакивало в этом фильме. Мы враги, мы должны не дать им возможность расслабиться, и мы должны им показать, что может сделать реальный враг для них. И то, что там захват пленных, и то, что там украсть оружие, и то, что там этого бойца уволочь куда-то, и то, что там забросить ему эту печку взрыв-пакет, и то, что там уволочь документы, порезать провода и так далее, это золотые руки. Естественно, что бойцы полковые, которым и так не дали спать, там сутки, двое им не дают спать, а тут эти разведчики еще эти все козни строят, они, конечно, золотые руки поймать этого разведчика там. Поэтому там разные вещи бывают. И если у него там в голове что-то не так, или если он где-то не продумал отход, может и накостылять. Доставалось и бойцам курковых подразделений, как мы говорим, там в батальонах, доставалось и разведчикам. Росли эти и росли эти. А насколько вот границы допустимы были широкие? Вот рукопашная, например, она до какого момента рукопашная? Ну, рукопашка нельзя ломать. Нельзя ломать. Ломать – это уже там начинается расследование, начинается там это, если полетела челюсть, это значит уже средняя тяжесть, за это уже нужно отвечать. Возбуждались дела и так далее. Все это до момента, когда не дошло до до члена вредительства. Вредить нет, а зарядить там для того, чтобы потом убежать или там
руку ему завернуть, чтобы он не пищал, или там рот, там этот, это да, это часто. Ну, приходилось там, конечно, и думать, и останавливать, и по-разному. Мне там на одних учениях командир полка там чуть ли не на голову там сходил, полег, потому что мы лежали там недалеко в снегу, в белых масхалатах, которые были одеты специально для вот этой задачи. И у нас двое. И, в принципе, можно взять его. Вот можно взять его. Но, во-первых, это командир полка. Я не могу себе позволить, так сказать, те действия против командира полка, которые нужно было сначала глушить, а потом уже волочь. С другой стороны, он мастер спорта по борьбе. Могло, так сказать, по-легкому не получиться. Там нужно было делать это все. Поэтому предпочли его отпустить. Он сделал свои дела, вернулся к себе в палатке, а мы вот это дело все вот здесь вот лежали, наблюдали. Потом, правда, ему туда, в трубу, его печки там закинули, что положено, ушли оттуда, но тем не менее это так. В фильме есть эпизод, когда у пленного, который охраняет мост, отбирают автомат и выбрасывают его в реку. Автомат, как, впрочем, две вещи, которые были табу. Табу – это вот из-за чего останавливались учения, из-за чего летели люди с должностей и получали там самые жесткие взыскания, это потеря оружия и потеря секретных документов. Если становилось известно о таком факте, останавливалось, пока не найдут, пока не доложат. Третье, или, наверное, самое первое, это потеря человека. Потеря человека. У нас были учения, когда десантировались две дивизии, одна первый день, вторая на второй день. Но первая отработала, она выполнила свою задачу, а на второй день шли на эту же площадку мы. Эта дивизия, которая пришла вчера, она уже стала нашими врагами. Она там заняла оборону, она там приготовила для нас там разные козни, и мы вот это выпрыгнули. Естественно, нужно было произвести им разведку по нам и дать указания, какие мы тут это с площадки приземления будем предпринимать действия. Ну, там мои коллеги, командиры, впоследствии друзья, очень близкие, с которыми мы знакомились, они, ну, что там, дурное дело, нехитрая горушка небольшая, ну, это, точнее, она там была высота, специально на полигоне оборудованная, для того, чтобы можно было там с ней наблюдать дальнейшие этапы. Гоша-Пореченский полигон, огромный, там можно стрелять из танков, из любых этих, там излет, все, площадь огромная. Туда бойцу радиостанцию. Вот посмотри, как они десантируются, куда они пойдут. А десантирование прошло в тумане. Прошло в тумане в таком, что вот стоишь в молоке, вот вытянутую руку до конца не видно, вытянутую руку. На четвереньки опустился, там чуть-чуть такой слой, вот он висит, вот эти облака, вот они здесь. И вот так опустился, там видишь куда-то что-то, и вот на этом расстоянии, вот, короче, полк приземлился. Встал на четвереньки и куда-то там расползся по своим задачам. Я никогда так быстро не собирал роту. У меня рота была готова через 20 минут. Уже рота вся уже собралась. Как собралась, я до сих пор не знаю. Но суть не в этом. Мы пошли выполнять свои задачи, и полк ушел. И ушел не туда, куда они ждали. И вдруг дают команду. Стоять, бояться. Учение стоп. Начинают разбираться. Боец, который сидел, разведчик, который сидел на этой горушке, он в этом тумане горемыка заснул. И то, что он замученный, там уже спокойно спал, эти самолеты, которые прожужжали, эти вся вот эта выброска, она тихо идет, там хлопки только парашютов, все, ну. И он проснулся, когда туман развеялся, уже ни полка, никого нету. Уже все ушло. Ну, естественно, тут учением стой, а по задумке, по замыслу учения руководством, после того, как мы десантировались, мы оттуда ушли. Ставится задача танковому полку атаковать десант в момент выброски. У нас просто развели по времени, потому что нельзя же, чтобы там реально стреляли свои по своим. Но мы-то ушли, доложили, что у нас все нормально, что все ушли. А наши коллеги, которые раньше были, они не могут доложить, нету одного бойца. Стоять, учение прекратить. Пушки заряжены, снаряды уже в стволах. Всем стоять, искать. Нашли. Ну, всем благодарности. Командующий лично там выделял, там аж брызги кровавые летели. Но, тем не менее, люди
оружие и секретные документы – это святое. Выброшенный автомат в фильме. Шикарный жест, красиво смотрится. Но там речка, вонючка, по колено. Боец видит, куда он улетел. Я думаю, что как только там экран или там вот этот, он тут же полез туда, и этот автомат, он его, естественно, нашел, как родню, он там его держал, никуда он от него не делся. Если там мы и брали чье-то оружие, этот, естественно, тут становилось известно нашим коллегам, нашим оппонентам на данный момент. Эти коллеги получали этот автомат назад, а потом разбор с бойцом, с его командиром, со всеми остальными. Короче, мы замучили наш Капсуковский полк, замучили там всю ночь, им не давали возможности продохнуть, они два раза меняли место расположения своего КП, всего там эти комендачи, связисты, там рота охраны, которая была, они, бедные, уже были в мыле, в дерьме и перьях. Короче, мы свою задачу выполнили. А утром получаем задачу вводную, вот эту. Ребята, теперь изображаем атаку на командный пункт пехотной роты противника. Развернулись в эту линию метров 12 друг от друга на лыжах, чапаем из холостых патронов, постреливают, у меня бойцы идут впереди, я чуть сзади. И доходим до линии, где занимают оборону эти комендачи. Все, что у них накопилось, они выплеснули. И тут они по двое-трое выпрыгивают на одного бойца, заваливают его, быстренько что-то... Я погнул палку, у меня палка лыжная была, вот я их разгонял, у меня палка потом была под углом там этот, почем попало, чтобы там своего бойца отбить. Но ситуация вполне допустимая и вполне реальная, что на учениях, что она в фильме использовалась, так что это, расписываюсь, да, может быть. Очень много вопросов поступило по поводу взаимоотношений внутри группы Тарасова. Вот попытка прапорщика внести какие-то коррективы. Вообще вот само общение, показанное в кино, значит, оно реально? Я считаю, что это сильная часть этого фильма. То, что там показаны не оловянные, бездушные какие-то солдатики, там показаны человеки, там люди с их болью, с их темпераментом, с их укладом и так далее. И это все раскрывается в фильме. Он создает интригу и показывает, ну, что даже вот такие там бравые бойцы, они остаются людьми. Может быть такое на учениях? Почему не может? Оно может быть. И то, что там в разведке каждый имеет право голоса, и там вот это вот может высказать свое мнение, это присутствует. Плохо, хорошо, я считаю, что это нормально, что это допустимо. Он не оспорил приказ, он просто решение как-то вот, ну, почему вот, давайте вот сделаем, вот я вот считаю, что вот так вот лучше. У меня был командир взвода, молодой, очень такой с виду, перспективный, талантливый, но, как говорится, самооткрою. И он сутки водил свою группу вокруг города. Сутки водил. Вы можете понять меня, начальника разведки, мы отправили группу, одна пришла, досыпала еще 2 часа, другая пришла через 2 часа после подъема, тоже они там. А третья группы нету, и нету ее сутки, и уже тут это, и вы где, вот мы идем по связи, мы идем, ну, хоть живые, да, вот это понимаю, а потом и это закончилось, у них сели аккумуляторные батареи, и это закончилось. В конце концов оказалось, что сержант замком взвода забрал у командира взвода карту и вывел группу куда надо. Мы потом быстро с этим лейтенантом простились, но у жизни и бывает и не такое. Поэтому нормально то, что он влез в решение командира, и он давает вот этот, я не согласен, надо идти сюда, вот это, и он вывел группу как надо. Так что имеет место быть. А вообще вот та цель, которая группам была поставлена, насколько она сообразна их силам? 3 группы по 5 человек, они реально могли в боевой обстановке добиться какого-то успеха? В чем основные задачи разведки? Разведки выйти и определить,
найти, установить, подтвердить. Удар пойдет ракетный там по этой точке. Главные силы будут действовать на этом направлении. Противотанковые резервы какие-то надо выводить и так далее. Они не заточены на то, чтобы там вот этот захватывать, удерживать, уничтожать. Они должны выйти, определить, оценить и доложить. Если пиковая ситуация, может быть такая, если он видит, допустим, Першинг, изготовленный для нанесения удара, промедление может, можно пожертвовать этой группой и стрелкового оружия, там вот запас ВВ какой есть, попытаться что-то сделать с этим расчетом и как-то вывести из строя ракету, это вполне может быть. Если это не ракета, а, скажем, аэродром, у меня на эту тему там как-то я нарвался, грубо говоря, чуть ли не за чужие грехи не заставили меня расплачиваться. Ну, что случилось? Прибыл новый начальник штаба по фамилии Грачев Павел Сергеевич к нам в дивизию, откомандовал 345-м полком в Афганистане. И как нормальный уже, ну, не фронтовик, а человек, овладевший реальным боевым опытом, начал этот опыт внедрять к нам в дивизию. А меня, как молодого начальника штаба, подставили. Типа того, что хватай все документы боевой готовности, прибыл начальник штаба дивизии, иди к начальнику штаба полка, и там все отчитывайся. И Грачев задал несколько настолько конкретных и простых, казалось бы, вопросов, что поплыл начальник штаба полка, и поплыл я, молодой, зеленый, который только вот две недели как стал начальником штаба. И один из таких вопросов, а был ли ты на месте взлета вашей аэродромной группы? Я говорю, ну я как-то так вот еще не очень успел, тут только две недели. Ты должен своими ногами там все пройти, ты должен все убедиться, что там сейчас не построили ничего, что там не мусорку сделали, а там реально площадка, где развернется, где вот этот... Ну, Грачев так это по-отечески меня вдохновил. Настолько сильно, что я на следующий день с разведвыхода в этом масхалате, в котором наши герои выступают, одетый практически на голое тело, с картой под мышкой, я в машину ГАЗ-66 и полетел на этот аэродром. Он находился в Лиде. Там дислоцируется авиационная дивизия. Меня поразило, что я, подъехав к КПП, вдруг попал в кольцо вот этих летчиков, каких-то они какие-то возбужденные, какие-то тут этими автоматами тычут, за руки хватают, я никак не пойму. Короче, выволокли меня тут из 66-й и поволокли к начальнику штаба. Майор сопровождает там какой-то комендант, там еще этот, и к начальнику штаба этой дивизии меня привели. Я за собой греха не чувствую, мы с вами взаимодействовать должны, я вот такой документ. Я говорю, да я начальник штаба, вот этот... Знаем мы вас, начальников штаба, у нас сегодня ночью какие-то сволочи. И начинают загибать пальцы. Разрисовали крестами самолеты. Заминировали там подходы или там выходы из караульного помещения. Обрезали провода. Залезли в штаб и шашку, ИДГ, шашка, имитирующая там вот это газовое нападение, зажгли в туалете. Ну, короче, они, сволочи, нам вот... Они действовали ночью, а я приехал утром. И они меня приняли за одного из этих перцев. Реально работали группы, работали по реальному аэродрому, о котором никого не предупреждали. И рисуя эти кресты на самолетах, они обозначали, что эти самолеты взорваны. И они обозначают, уничтожая эту связь, они показывают, что они уничтожили вместе с тем и управление. Поэтому группа отработала, исчезла и растворилась в ночи. Капитан Осипенко попал вот под эту раздачу. Ну, в конце концов, мы с ним пожали руки. Он спросил, слушай, и достает из-за стола и вторую шашку этой ДГ. А как она зажигается? Я ему объяснил, показал. Но могли мне там вот и по дороге, и когда выволакивали, могли очень даже возместить вот то, что вот их обидели разведчики. Так что эта работа ведется. Она ведется разными группами, на разную глубину, по разным задачам. Я могу рассказать только о полковых задачах, о полковой разведроте. Если ведутся учения за свой полк,
Мы, конечно, впереди. Мы в первый выпрыгиваем, мы первые должны вот эти вот маршруты, по которым пойдет полк, разведать. А что значит разведать? Проехать впереди на боевой машине, на лихом коне, ничего не получится. Потому что надо на глубину 50 туда-сюда в лес, где там что-то может быть приготовлено, там нужно ножками. И пока идет боевая машина, там разведчики бегут. Там, вот там вот, вот это вот то, что мы видели в фильме, они постоянно бегут. Вот там они бегут. И там на них нету, действительно, на них нету РД, на них нету там это, там автомат, противогаз, и все. Потому что в этом варианте работы боевой его грузить не надо, он должен пробежать, а там нужно пробежать не один километр, даже иногда не один десяток километров для того, чтобы полк шел, и полк никто не встретил. И когда мы это дело отработали, там был интересный эпизод, мы нашли эту засаду, а найти эту засаду, не выйти на нее практически было невозможно. Там был единственный мост, И по этому мосту, выходя в другой район, а тут же за мостом, стояли там АСУ-57, приготовлены противотанковые, там уже все. Естественно, там был бы нам неуспех. Но мы с этого моста, мы не поехали дальше. Мы ушли под мост и пришли к этим ребятам в засаду с тылу. Естественно, предупредили полк, естественно, доложили посредникам, все. У них было глубокое разочарование по этому поводу. Выходим на переправу, там серьезная, серьезная река, я сейчас уже вот что-то не вспомню. Переправляться нужно было на плаву. И по замыслу учений, для того, чтобы не угробить технику, не угробить людей, на этом, на выходе в район переправы, там должны были остановить полк. Там должны были по замыслу учений, неуспех, стой. И в это время технари проверяют лючки, смазывают это все, чтобы, не дай бог, там ничего не утонуло. И посредник, который должен дать эту команду, первым делом начал запрашивать разведку. А где ваша разведка? Докладывают, здесь. Он приходит и мне объявляет, мне командир разведроты, вам не успех, полк здесь дальше не идет, полк останавливается. Вот. Я говорю, а на каком основании? Ну, на основании, потому что вот видели ваши машины, вот здесь вот ваши машины проходили, их засекли, их обстреляли, считайте, что они уничтожены. Я говорю, какие номера? И он называет номера соседних. Я говорю, извините, это не мои машины. А какие у вас машины? У меня машины с такими-то номерами. А как вы могли сюда попасть? Я говорю, мы вот прошли вот по такому маршруту. Вы же с моста не могли? Я говорю, могли. А где машины? Я говорю, да вы стоите на ней. Мы настолько замаскировали в лесу, в старых капонирах, забросали вот эти машины, что он их не видел. Он вынужден был сказать, вам успех. А, еще нет. Он достает карту. Я говорю, а что вы здесь определили, что вы доложили? Я достаю свою. У него как посредника, у него же все, первоисточник, я достаю свою как калька. Он говорит, продолжайте учение. И мы продолжили дальше, мы форсировали эту реку, мы захватили плацдарм с той стороны. И мы обеспечили полку возможность выполнять свою задачу. И меня поразило, когда я старший лейтенант, попадаю на командный пункт, а там проводили учения, там был выпускной экзамен для нашего замкомдива, полковника Пикаускаса. После этих учений он был назначен командиром дивизии, в Болградскую дивизию. Я ему приношу данные, где вот это, что там вскрыли, как, чего. И он говорит, вот карта, давай. Я ему на карту, карта командира дивизии, это что-то, это произведение искусства. Там работают операторы, которые там, А я своим корявым там вот карандашом, там вот это все чиркаю, они на меня смотрят, все вот это нанес, показал. Молодец, давай дальше. На этих учениях был еще один интересный эпизод. Там где-то не всегда получалось работать по каким-то канонам, прописным в уставах, инструкциях и так далее. Где-то мы давали возможности там творить как свободный художник. И мы отправляли пешие группы в разные места для того, чтобы прощупать. Но мы пользовались тем, что мы одной крови,
что мы там все десантники туда-сюда. И вот в одном из таких эпизодов, ну, как бы рейдом его не назовешь, я с командиром взвода, лейтенант Игнатов Николай Александрович, колонну засекаем, она идет, значит, там по лесу, песок, сильно не разогнаться, и там поворотик, они там притормаживают, и в этой пыли мы заскакиваем в эту 66-ю на ходу в кузов, залезли в кузов, а там лежат вот эти наши длинные корфы, в которых коробки, в которых снаряды для этих реактивных систем, для наших. Так, мы говорим, так они же едут на батарею, значит, сейчас мы найдем эту батарею, давай. И мы, значит, там тихонечко сидим, но на всякий случай эти вещи сопровождает охрана. И если там не очень так аккуратно где-то засветиться, можешь и получить. И даже получить не просто там, а это охраняется. Это охраняется с боевыми патронами. Короче, выбрали момент точно так же на повороте, когда там выскочили и в лес. И что-то мы немножко прошли по этому лесу и смотрим, там палатки стоят, настоящие палатки такие вот серьезные, там вот. И меня больше всего поразило, там офицеры ходят там в повседневном, нормально, в фуражках. И мы понимаем, что мы попали в штаб руководства. Мы попали в штаб руководства, где там очень большие начальники, и для начальников там стоит столовая. Там стоит столовая, мы ее по запаху определили, они жрали уже, наверное, суток полтора. Хотим жрать там с десантной дерзостью, так это вот поправили в это, и в столовую заходим. А там официантки в белых этих фарточках, так вот это так красиво. И проходите, пожалуйста, товарищи офицеры. Но мы благо в этих маскалатах, у нас же там нету полковничек, она там сильно не различает. Мы за стол сели, как нажрались, как питоны. И уже когда отвалили, уже допивая вот этот компот с таким вот этим наслаждением. И вдруг она подходит с блокнотиком и нам говорит там, значит, рубль 37 с одного, 2,60 там. С двоих. Я на Колю, он на меня. Какие тут в маскалате, какие нафиг деньги? Копейки нету. И вот эта пауза, мне такой стыд, думаю, ну что, сейчас вскакивать, бежать? Там вот не перед этой официанткой стыдно. И инстинктивно, когда вот обычно там ищешь что-то у себя, начинаешь, что... И вдруг я понимаю, что у меня под комбинезоном находятся брюки ПШ. Я туда брюки пышаю, там пистончики, у меня трюльник замычен. И я этот трюльник достаю, и чуть ли там сдачи не надо, спасибо. Это было такое облегчение. Мы с поднятой головой, гордой, оттуда вышли. Вернулись к своим, все нормально. По результатам учений командующий прямо там вручил часы. Вот за действие разведроты. Рота получила отличную оценку. Я до сих пор горжусь вот этими вещами. И это какие-то моменты, какие-то эпизоды, оно было созвучно вот с тем, что показано в фильме. Поэтому мы воспринимали его как родное, как о себе. Там вот есть тоже любопытный момент, когда попавший как бы в условный плен майор Морошкин отказывается там какие-то давать показания, а Тарасов ему объясняет, что в боевой обстановке вы бы меня заговорили. Вот здесь речь идет о чем? Каких-то там невероятных средневековых пытках или о чем? Как в боевой обстановке получить сведения у захваченного противника? Я сильно углубляться на эту тему не буду, потому что я про эти методы слышал как и от боевых офицеров, так и от прокурорских, за что этих боевых офицеров потом некоторых привлекали. Добыча данных от захваченных, пленных, от вероятных союзников, от местных жителей, от других там вот этих присутствующих на данном театре военных действий людей – это искусство. И это искусство, оно, его невозможно прописать. Вот надо вот палец там и с этим пальцем туда-сюда. Да, бывает, как говорится, по-моему, у Владимира Богомолова методы экстренного потрошения. Бывают методы, когда нужно человека расположить, когда человека нужно... потому что информация, она информации рознь. Иногда зерна правды, зерна истины, они нужно выбирать из такого массива информации. И
Если это добыто вот таким вот методом, может быть, но не всегда факт. Но не всегда факт. А когда он это дает сам, когда он это рассказывает, и особенно если ты у него там вызвал какую-то, он нащупал слабое место. Я вспоминаю эпизод Афгана, мы собирали данные по реактивной установке. У нас был сосед, вероятный союзник, но мы-то знали, что это соглядатай и бывший душман Маланг. После очередного налета на нас он пришел посмотреть, как там нас разгромили на заставе, сколько погибло и так далее. Мы говорим, да, вот сволочи только вот эту башню попортили, да вот наших этих распугали. Ничего они нам не сделали, твари, да вот. И мы его за стол. И мы за этим столом ставим бутылку водки. Ну, мусульман, он мусульман, но до определенного времени, когда вот он попросил только вот с этих банок тушенки там убрать эти свиные рожи, а все остальное, говорит, Аллах тут у вас не видит, поэтому... И вот когда мы зацепили, что вот что это такое там, и я чувствую у него нотка зависти к тем, которые вернулись из Пешавара, как они экипированы и сколько они сейчас получают. И когда он начал говорить с этой обидой и с завистью, мы поняли, что это в точку. Он рассказывает конкретно, он рассказывает о них, они где, что, как, сколько и так далее. И вот эта информация, вот это дорого, но она, не надо было его там этот, не бить, не надо было его не там делать плохо, его нужно было аккуратно подвести к тому, чтобы он мог это дело рассказать. Я думаю, в любом случае есть свои методы, и эти методы нужно использовать грамотно. Поступило очень много типовых вопросов, коротких и внятных. Насколько разведка в условиях боевых действий – это билет в один конец? Так оно или нет? Ну, если подходить с этой точки зрения, то разведки никого бы не было. Мы всегда надеемся на то, что это будет успешный рейд и счастливое возвращение. Всегда. Но негласные, неписанные правила в разведке, особенно если идет поиск, идет куда-то поход в тыл и так далее, это всегда добровольно. Сон плохой, письмо нехорошее получил, что-то там, вот это достаточно объяснение бойца, чтобы сказать, Коля, Володя, Сережа, не идешь, у тебя там, ты не нужен, ты вот это останься, пойдет другой. Во-первых, все немножко суеверны. Во-вторых, в окопах атеистов нет. Какое-то там все-таки мы вот на что-то. Если это вдруг ему был сигнал от того, что вот сегодня поберегись, не иди, то лучше его туда не брать. То есть, суммируя, причина может быть вообще произвольной? Произвольно. Ну, когда идет набор, вот, ну, во всяком случае, вот на войну в Афганистане, я уже не помню, говорил, нет, когда идет набор группы на поиск в тыл, поиск в глубокий тыл, там этот, туда берутся добровольцы. Берутся добровольцы. И только из добровольцев потом отбирается уже реально, кто пойдет по подготовке, по необходимым, так сказать, качествам, по их, официально сказать, вузам, ну, по профессии, снайпера, саперы, связисты и так далее, вот набираешь. Так, чтобы все было гармонично и грамотно для выполнения этой задачи. В фильме присутствует тоже любопытный эпизод, где на берегу реки группа принимает решение, там, закопать ли им свое снаряжение, там речь, по-моему, о гидрокостюмах идет, либо его бросить в реку. Вот такие вещи, они на командире тяжким грузом не висят, вообще сбережения имущества. Имущество – это больная тема, что касается снаряжения, оружия, это все висит на командире. И командир за это отвечает материально. Никого не будет интересовать, приедет комиссия, которая начнет проверять наличие по учету и состоянию, его нету, командир, будь добр, это стоит вот столько заплати. Эти кирпичи, которые назывались аккумуляторными батареями для ночных прицелов, для радиостанций, для других вещей, которые мы с собой тащим, они через 2 часа работы, особенно зимой, они задыхают. Но эти кирпичи мы таскали с собой от начала и до конца. Выкинуть их – это облегчение, это, так сказать, повышает шансы не сдохнуть и выполнить лучшую задачу. Но нельзя. Они дорогие сволочи, и столько денег у нас
нам не платили, и не рассчитаться. Что касается парашютов, это отдельная тема. Почему? Опять же, от уровня учений зависит. Бывают задачи, когда десантировались, сняли парашюты, даже не снимая, даже не укладывая, даже не собирая, идет выполнение задач. ВДСники, конечно, мужики, ну соберите там сумку, ну сколько там, ну 30 секунд, ну потратить. Собрали сумку, но сумку уже тяжелее найти, иногда она зеленая в этом. А вслед за боевыми группами идет группа обеспечения, ВДОшники, там другие тыловые силы, которые эти парашюты собирают, раскладывают по номерам, по учету, проверяют комплектацию и так далее, их вывозят. Иногда десантируешься, учение, не учение, купол на закорке и на сборные пункты, где стоят флажки, где стоят эти ВДСники, прибежал, получил заместить, что ты сдал, и побежал выполнять задачу. Учение – это, конечно, шанс посеять. Солдаты говорят немножко по-другому, но тут бывает, что возвращаешься в роту, начинаешь считать, и чего-то нету. Но вместе с тем, учение – это шанс пополнить это дело. Но я не о воровстве говорю, я говорю о том, что старшины, которые возвращаются оттуда, они вспоминают, что у нас там было такого жуткого, страшного и так далее. Палатка сгорела. А, палатка сгорела. Палатка, значит, надо списать. Палатку нужно списать, там вот постельные, которые, сколько там-то там, а там не было. Сколько могут вместиться? 8 человек, значит, 8 комплектов этого туда. Гири. И это туда. И, в общем, у толковых наших старшин после завершения там одного, двух, трех учений на учете в роте уже ничего нету. Оно у него есть, но у него по документам уже ничего нету. И эти старшины, как пещеру эту, Сим-Сим там у него стаскивают, к нему там в кладовку зайди, чего-то нет. Но эта старшина по любой команде ротного, там идем на грязную работу, переодеть, подменку. Рота тут же зашла, переоделась. Она потертая, местами где-то порванная, а местами где-то это. Но она для работы это не мешает. Выполнили грязную работу. Ну, например, я скажу, там разгрузка угля, да? Там это даже оно ужас во что превращает. И пойди в своей нормальной форме, там повседневно разгрузи вагон, а потом в этой форме иди в столовую или на строевой смотр на следующий день. Естественно, там переоделись, старшина, одели чистые. Вернулись, помылись нормальные люди. Про гири. Подскажите, пожалуйста, это некое художественное преувеличение или... Ну, можете, так сказать, считать художественным преувеличением, но у нас все гири в роте были списаны. Я не знаю, как старшина там их списал, но они у нас были списаны. Может, это как, чтобы вы понимали, о чем идет речь. У нас настолько был старшина, ведь Митин, он толковый старшина. Ротный Антон Казимирович Ромашко, тот ему позволял после вот этих вот мероприятий на день, два, три пропадать. Старшина, где Митин, где вот это там пакет? А ладно, успокойтесь, все там, это не лезьте. Мы командиры взводов там бегали, там чего-то там, свои вопросы. Потом мы узнаем, он на складах. Он на складах, со складарями, он там, как положено, там вот этот. И он все вот эти проблемы там по списанию, по вот эти вот, он все решал, что пропало, он там дополучал и привозил в роту. Я сдал роту, ушел начальником штаба. И как-то там вот начальником штаба, мимо разведроты прохожу, стоит КАМАЗ. И в него этот КАМАЗ что-то грузит. Рота все-таки родная туда-сюда. Захожу, а что происходит, что тут это, куда вы собрались? Да, говорит, никуда не собрались, это у старшины излишки вывозят назад на склад, излишки. Пришел какой-то зануда, видно, где-то что-то сильно проверил. Да, у нас была парадная форма, которую мы одевали там на насмотр. У нас была парадная форма, которых бойцы увольняются. У нас была повседневная, в которых там насмотры, повседневных, в которых на учения, повседневных, в которых на грязное, точно так же и по сапогам, и по всем. У нас не ходили бойцы там в раздорванных или там стоптанных дырявых сапогах, все было у старшины, и все у старшины, когда надо, получалось, переодевалось и делалось. Ну, кому-то не понравились, там кто-то там принципиально подошел, вот КАМАЗ загружали и вывозили, то, чего в роте не должно быть. Ну, ничего, я думаю, что
Минин через какое-то время все это дело восстанавливал аккуратно, кропотливо и достойно. Еще в фильме присутствует момент, когда боец выходит из магазина и встречается с бежавшими уголовниками. Между ними происходит беседа, в которой выясняется, что водку ни тем, ни другим никто не продал. Вот по какой причине это произошло? И вообще вот эта встреча с уголовниками, она какой могла бы иметь исход? Ну, исход был бы понятен, если бы они там были с биркой. Так-то какие-то мужики сидят там, непонятно кто. Исход мог быть, когда они себя проявили, как они проявили в этой сторожке себя. Когда они проявили, тут уже начались действия там, с риском, с соплями, с увечьями и так далее. Пока они себя не проявляют, нам трудно понять. Догадываться может быть, но группу об этом сильно не оповещали, как вы помните по фильму. А что касается вот этих магазинов, кому продадут, не продадут, это особое отношение. Дело в том, что не секрет, что бойцы А ходят в самоволки, Б иногда бегут в разных направлениях, кто к маме, кто там к девушке, которая вот это там изменила. И эти опорные точки, там вокзалы, эти магазины, там какие-то станции, они находятся под контролем. И люди, которые там постоянно работают, эти люди знают, как себя вести, если появляется какой-то боец, непонятно, необоснованно здесь появившийся. И когда там у них спрашивают водку боец, в принципе, тогда нету такого, что это кому-то прибыль. Продать, не продать – это добрая воля человека, который там сидит. Но если, допустим, случается в части на фоне или в результате какого-то усугубления, какое-то несчастье, то начинают идти по следу, от обратно. Вот, откуда? Вот отсюда. Вот идите сюда. Вы его на каком основании? Вот. Вас предупреждали? Поэтому люди, которые работают в этих точках, они, в общем-то, за эти вопросы отслеживают. И они находятся, ну, не то что на контроле, они находятся в базе, к которым обязательно обращаются, и которые доложат о том, что тут какой-то непонятный солдат, не какая-то группа или там еще кто-то появился. Как вы считаете, каков был бы итог встречи бойцов с уголовниками в сторожке в переложении на реальную жизнь? В реальной жизни было бы тяжело против автомата с холостыми, очень тяжело, если они, допустим, получили какой-то знак, какую-то информацию о том, что они там, и группа, или там один человек вышел, то внезапно там выскочить или там придушить его, если он там изображал из себя охранника или чего, завладеть оружием и потом это дело использовать, то это да. То, что у одного охотничье оружие, у другого автомат, и ты тут с голыми руками, по-моему, там у него только штык-нож болтался, но вероятность очень маленькая. Там все хорошо понимают, это не кино, это жизнь, здесь можно было ее лишиться очень легко. Даже ставить такую задачу, чтобы там и иди его голыми руками возьми, но это не есть правильно, не со стороны того, кто ставит задачу, и кидаться на это неправильно и со стороны исполнителя. Я думаю, вряд ли. Выход к ЗКП, который нашли по какому-то, ну, многим кажется, надуманному признаку, некий кабель, который куда-то вел, вот такой микропризнак, он действительно мог какое-то определяющее значение иметь? Мог, потому что где-то они должны выставлять своих наблюдателей, где-то они должны выставлять свои дозоры, где-то какое-то охранение должно быть. И если уже ЗКП так оно сильно маскируется, они могли, так сказать, замаскироваться с точки зрения радиосвязи, потому что любой сигнал по радиосвязи, он перехватывается, дешифруется, и если это системно, то могут определить, где находится. Пробросить какой-то кабель на какой-то наблюдательный сторожевой пост, как там было на ложное КПП, да, на ложное КПП, вполне могло быть. Вот такие лихие проходы вот на одной дерзости, они насколько с жизнью коррелируют? На учениях такими вещами могли воспользоваться? Ну, прийти там, например, на КПП, представиться там героем Советского Союза Чингачгуком и дальше? Вот Чингачгуком, да, вот так вот. Ну, я, во-первых,
не знаю наших частей, где бы была проброшена высоковольтная какая-то линия по заборам, или где нельзя было подрыться под этот забор, но если ты играешь роль в наглую, то почему бы и нет? У нас такого не было. У наших коллег в разведроте дивизии в том числе была и гражданская форма. Она висела в коптерке, на плечиках, в комплекте для каждого бойца. Для решения вот этой конкретной задачи могла быть использована и переодеться. А офицерская форма – то вообще вопрос легкий. Во-первых, сами, во-вторых, и добыть, и там какое-то там раздеть, это тоже небольшая. Все зависит от постановки задачи и от уровня того, что происходит. Иногда на учениях очень большая роль вот, разведка, как она сработает. От ее успеха зависит успех там, полка, дивизии, поэтому почему нет? Наш боец, он априори смотрит свысока на форму, принадлежащую другим родам войск. Там этот десантура, кто тут пришел, что ты тут дышишь и так далее. Мы учились в академии, у нас форма красная. У нас красные просветы, красные петлицы, красное это. Вот такого красного майора Шаманова отправили там в полк для того, чтобы автобус наш отремонтировать. Слухачей привезли, нужно было. И боец повел себя так, как он ведет всегда боец при встрече с красным этим. Ну, Володе это не понравилось. Собственно, там вот этот он его взял за шкаретник, ткнул носом в свои петлицы, где были десантные петлицы. Я говорю, ты не рассмотрел, что здесь за петлица? Орел. Тут, извините, точно, извините. Вот все это. И все было быстро решено, и все было быстро отремонтировано, и все, и начиная с бойца, и со всеми остальными. Поэтому это эпизоды рабочие. А вот в кино то противостояние между голубыми петлицами и красными, оно вот присутствует, и я бы даже сказал, что прям по замыслу фильма нашей, условные и условные не наши, наши десантники, а не наши вот краснопогонники. Вот такое неприятие друг друга, оно существовало в какой-то степени? Ну вот я вот только что проиллюстрировал. Неприятие, оно существовало на фоне вот этого десантного, здорового, я бы сказал, десантного шовинизма. Почему? Потому что сама служба, сама идея, она закладывает, он должен присутствовать. Потому что то, что вы про разведку говорили, билет в один конец десанта, мы тоже понимаем, что это билет не в два конца. И мы должны уходить оттуда, понимая, что мы будем начинать бой уже в окружении, где вокруг будет. И надежда на то, что в условленный срок на нас выйдут главные силы, мы должны надеяться сами на себя, мы должны надеяться на своих командиров, а командиры должны надеяться на своих бойцов. Вот это дорогого стоит, это по-настоящему. А на остальных немножко так вот сверху, да. Вот. Хотя мы часто по жизни вынуждены были, с этим бороться, проварить какие-то мероприятия. У нас в училище соседи были училище МВД. Училище МВД. В МВД попадают в училище дядьки, которые уже отслужили, которые там по 23, по 25 лет. И они, значит, курсанты первого, второго курса. А у нас 19-летний пацан уже второй курс. Он же не смотрит, там дядька перед ним или не дядька. Вот у меня две сопли, я уже второй курс, а ты кто такой тут? Это вот. И на этой почве там у нас были серьезные такие стыки. После этого проводили мероприятия, собирали специально училище, проводили совместные соревнования, короче, налаживали нормальные отношения. Ну и потом они не часто, а практически всегда участвовали в учениях, которые проводили наши спецназы, 9-я рота. Они выпрыгивали, выполняли свои задачи, а МВДшники их ловили. И на этой почве развивались как одни отношения, дружеские, товарищеские, так и другие соперничества, обиды какие-то. И потом, когда терки появлялись, уже захлёстывали, нас смирили, нас дружили.
Насколько в ходе таких учений было возможным и реальным там, угнать, например, бронетранспортер, как в кино, или заимствовать какой-то гражданский транспорт или там, конную повозку? Значит, если есть хозяин, то, в принципе, по обоюдному согласию. Разрешите, вот надо там вот этот отец или там, как, в зависимости от возраста, кто там чего. Сейчас трудно поверить, и пошли бы навстречу? Пошли бы, и подвезли, и подстраховали, и рассказали в Литве, где-то там нам рассказывают, что там ММ этот, с удовольствием. А если это где-то брошенное и никому не нужно, еще завели, ну, мы же его там не угоняем, там, мы попользуемся, поставим, ну, в другом месте, ну, какая разница, ну, мы же его не испортим. Это почему нет? Поэтому нас учили водить все, что движется, завести, отремонтировать, управлять. Этому учили. Воспользоваться, так сказать, попутным транспортом в момент проведения учения, это закроют глаза, если об этом не станет известно, и если ты не нарушил там какие-то эти, и, ну, скажем, грубо, водитель не побежит жаловаться, что меня там под автоматом заставили туда-сюда, или забрали автомобиль, или там еще что-то. Но у нас проводились и соревнования. Разведгруппы собирались, разных полков разведгруппы, и устанавливался маршрут. Начальник разведки здесь вот ставил задачу, потом 90 километров на машине уезжал, определял время, что-то там маскировал в каком-то массиве, и они должны туда выйти и разведать, и установить, и дать координаты. И разные группы с разных направлений, разные объекты это выполняют. Там была проверка тактическая и физическая. Вот там, если ты прошел вот это расстояние, нашел, доложил, выполнил, получил зачет, идешь отдыхать или выполнять следующую задачу. Но если ты нехороший человек, сел в машину, в автобус и туда приехал, и потом наравне с тем, который это дело отмолотил своими ногами, стер это все по колено или дальше, и точно так же выполнил, и тебя ставят в пример, вот эти вот раньше сделали, вот они... И мы даже между собой, зачем ты это сделал? Даже если это не стало известно. А если там они еще там сказали, что мы там 30 километров проехали на КамАЗе, ну, это считалось западло неправильно. А если становилось известно руководству, то за это били по голове, да, наказывали. На ваш взгляд, какой пиар-эффект, возвращаясь к современному языку, этот фильм имел вот в то время, но мальчишек он произвел какое-то впечатление? Я думаю, что нынешние вот эти все маркетологи, они нервно курят в сторонке по сравнению с тем, что сделал Маргел. Это был подъем, это было воздействие на умы и сердца целого поколения, это зашкаливающий конкурс в десантное училище. Я поступал, там было 18, после этого фильма там выходило за 20 человек, которые претендовали на одно место в училище попасть. И вообще вот как-то уважение, гордость выросла неимоверно. И это было очень важно. Почему? Потому что фильм-то выходил когда? Перед афганской войной, да? Не помню чего, но я от Лебедя это слышал, что как война, так братцы, а как мир, так сукины дети. Да? Вот мы уже достаточно длительное время были сукиными детьми. Посыл первый дал Хрущев, когда начал разгонять офицеров молодых, перспективных, недослуживших, там, начиная от нескольких месяцев до того, что вот несколько месяцев до пенсии его выгоняли. И лейтенант, который отучился, выпускается, получает офицерские погоны, ему дают предписание, что ты уволен. Вот это было вот такое отношение к офицерам, такое было. И оно, кстати, культивировалось в обществе, оно насаждалось. Я еще, когда был кадетом в Киевском Суворовском училище, и нам очень умные и уважаемые нами преподаватель Гапонова Елизавета Георгиевна приводила пример из газеты «Правда»,
которой Борис Олейник писал стихи на тему «Пенсионер-гиревик». Типа того, что вот ушел на пенсию, вот он такой пенсионер, а он там у себя гирит, да на них нужно там вот это возить. Вот посыл вот этого стихотворения был, что вот захребетники здоровые, как эти, а они уже там вот, вот такие вот у нас офицеры. Это было модно, это было в тренде. И это дело нужно было ломать. И вот то, что сделал Маргелов, то, что сделали создатели фильма «Офицеры», вот, вот это оно как раз и ломало. Может быть, без этого нам было бы гораздо тяжелее и в Афган, и дальше. И, наверное, даже сейчас эти фильмы, они играют вот свою роль. Вот не зря там они сейчас на телевидении начинают опять появляться. А на ваш взгляд, в наше время что-то сопоставимое, ну или хотя бы попытавшееся приблизиться, появилось в кинотворчестве? Ой. Что-то рядом поставить можно? Ой. Вот не знаю. По ощущению, по цеплянию за душу, по какому-то остатку, то, что вот на меня, я ничего не могу вспомнить вот сейчас. Вот не могу. Вот по силе воздействия нет. Ну и вот тоже целая группа вопросов приехала на тему сам процесс захвата вот этого ЗКП, когда там кому-то попадает из офицеров, там ломают какое-то оборудование. Как оно вот могло бы происходить в жизни? Я не буду рассказывать о том, что слышал, я рассказываю о том, что происходило со мной. Мы готовились по захвату аэродрома. В одной из тут сопредельных стран. Сопредельные страны имели аэродромы, которые спроектированы по единому проекту, укомплектованы единым оборудованием, имеют единую там похожую схему. Полоса, стоянки, ближний, дальний привод, КДП, караульное помещение, батарея зенитная или там вот. Оно может местами меняться, оно может, так сказать, но основа одна. И для того, чтобы группа, которая назначена для захвата этого аэродрома, сработала и выполнила свою задачу, нам отдавали на откуп реальные аэродромы. И на реальных аэродромах мы это дело тренировали. И, ну, когда это делалось, так сказать, по методике, медленно вот рассказывают каждому бойцу, его заводили в помещение, которое он должен взять. В этом помещении ему показывали оборудование, которое он должен вывести из строя. Ему показывали оборудование, которое нужно сохранить. Допрашивали бойца, который там его обслуживает. Что ты можешь сделать? Там интересный эпизод. Вылетали туда. Что нужно блокировать? Что нужно не допустить? Где какой тумблер, кто не должен нажать? Ну, рассказы рассказами. Тренировки. 2 недели каждый день вот самолет. Там мы не могли гонять, но мы разгоняли на полосе ГАЗ-66, и на скорости 60 км в час мы выпрыгивали из кузова на бетон. И нам включали секундомер. И по этому секундомеру бежали на КДП. У меня был КДП, мне нужно было его взять за 5 минут. За 5 минут КДП должно обеспечить прием остальных самолетов, которые идут за нами. И по всему КДП, по всем помещениям разбегались мои бойцы. Зачетное занятие проводит руководитель. Никого ни о чем не предупреждают. И вот мои полетели. А тут принесло проверяющих на этот аэродром. Но аэродромные-то уже знают, мы уже на нем тут это все ноги избегали, они нас уже знают. Они просто к стеночкам там прижутся, они, все, ребята, там, делайте вот свою задачу. А тут пришли проверяющие, важно, как удмурты, там вот этот, по пахах там. Вот мой боец вылетает, а тут это вот стоит такой важный из себя. Но я-то это дело понял, когда он увидел его не на своем месте. Я на КДП, а боец за мою спину прячется, а его пытается достать кулаком какой-то майор с горящим фингалом под глазом. Я говорю, в чем дело? А он там этот не отреагировал. Я вот этого солдата отмазываю. Но влез он туда, но случайно так получилось. Мы не хотели. Но когда ему пришлось действовать, он действовал, его не остановило ничего. То, что надо было сделать, по-моему, генерал там один был, ему тоже досталось. Но не суть. К
Когда идет вот такая работа, и когда вот этот, мы ставим задачу действовать по-боевому. Это действие, это карт-бланш для солдата. Это генерал обещал меня сгноить, там, топить. А когда он доложил нашему руководителю, тот только спросил, за сколько я? 4.20. Он говорит, молодец, все, все, никаких больше вопросов нет, потому что основная задача взять за 5 минут КДП, я эту задачу выполню. Я слышал, что жизнь вас сталкивалась с одним из артистов, снимавшихся в этом фильме. Расскажите об этом, пожалуйста. Механик-водитель. Кто такой механик-водитель? Механик-водитель – это боец, который там в учебке проводил, там, ему показали, как трогаться на боевой машине, как там, и он по натасканному проехал один раз упражнение. Он сдал это упражнение, получил корочку, пришел ко мне и сидит у меня, ждет, когда будут занятия по вождению. Дождется этих занятий по вождению, сядет, отведет один раз и вернется, получит свою оценку, и опять он приходит только со своей машины боевой, пыль протирает, поднять ее, снять боевую группу можно только по серьезным учениям или по боевой тревоге. А тут у меня появляется шанс бойца, который был инструктором на учебно-боевой группе из учебной дивизии, где их готовили. Боец там, у него там 1.5 года отслужил. Да это бог по вождению. Да это же это такая... Я говорю, начальник штаба, дайте его мне. И мне этого бойца дают. И этот боец попал в полк не просто так. Его выгнали за лютое разгильдяйство. Это его наказали так в учебной дивизии, что поедешь в боевой полк, будешь дослуживать, тут-то-то, туда-сюда. Ну, как всякий развездяй, тем более дембель. Он из себя уже так что-то там представлял, и он такой вальяжный, приходит к нам в роту, а тут попал под какой-то разбор. Что-то мы там разбирались, короче, там вот это было что-то серьезное вроде. И у него как-то вот эта вся спесь, куда-то он, зрительно он вроде как стал меньше, у него как бы клиренс изменился, он так плечи вжал, вернее, эту вгу. Куда я попал? И потом узнаем, что это герой фильма, который там этот и сидел в УАЗике, которым там залепляли, он, короче, попал в эпизоды. Фильм снимали в учебной дивизии, и там брали бойцов, офицеров, и он, оказывается, кинозвезда из этого фильма. Лучше бойца я не видел. Исполнительный. Добросовестный, слова от него никогда не услышишь, все. Просто если среда, обстановка позволяет, человек проявляет себя так. Если он попадает в другую, так что звезда у меня одна служила, нормально так. Я к нему вопросов не имел, водил как бог, и мне это было важно, и он учил там, если надо было. Так что... Бывает ли так, что учения начинаются внезапно, или об этом всегда извещают заранее? Не секрет, что любые учения, особенно там какого-то масштаба крупного масштаба, с подъемом там боевой группы, с выходом там всех этих вывозов, всех запасов и так далее, они известны полку, если не за год, то, по крайней мере, за полгода, это точно. Уже у нас это вот и командование ВДВ приедет, и там дивизия не вылазит, и вот этот полк, тут это учат, его комплектуют, там подгоняют, шаманят. Все, что нужно к этим учениям, так сказать, готовят. И когда мы выступаем на этих учениях, то мы уже все знаем. И где, и как, и почем, и у нас все готово, и даже ленинские комнаты укомплектованы, походные, которые мы с собой, все у нас там есть. А здесь учения были такие, что даже командующий ВДВ об этом не знал. Командующий ВДВ об этом не знал. Более того, нас подняли, по-моему, параллельно со 103-й дивизией. Командующий ВДВ взлетел из Витебска, а туда сел Соколов. Командующий поставил дивизии хорошую оценку по проверке и улетел. А туда сел Соколов и поднял эту дивизию. Офицеры только поучаствовали в разборе, только им поставили вот эти оценки, они все выдохнули глубоко, бойцы там пот со лба вытерли, все, и тут начинается все по-новому. И нас застали, вот наш полк, подняли еще полк в этом, 7-й дивизии в Каунасе, нас застали вообще как... В таком
положении, что мы мысли никакой не было. Вот мысли никакой не было. Полк занимался по плану подготовительного периода. Подготовительный период. Это значит, мы начинаем что делать? Заготовки. Какие-то строительства. Какие-то переводы техники. А что такое перевод техники? Это значит, у нас летом в боевых машинах залита вода там, а на зиму мы начинаем заливать туда антифриз. И там вот и получается, что остаются там механики, остаются караулы, остаются еще там какие-то там обеспечивающие жизнь, а все остальные работают. Если не работают на себя, то работают на ту дивизию или на тот полк, который должен будет вот участвовать в каких-то серьезных учениях. Вот у нас один полк работал на учебную дивизию, у них там что-то предстояло, и наш батальон туда поехал, там помогает, что-то обустраивает, полигоны, я не знаю там конкретно какая задача, но, короче, в полку нету никого. И дай бог памяти, по-моему, даже там слито как раз еще такие вот только заморозки начинаются, но уже там вот это нужно воду слить, а потом делать туда трехкомпонентную присадку, а потом вот сухие боевые машины стоят. И вдруг все загорается. Вдруг все загорается. Загорается не просто там учебно-боевая тревога или приготовиться к выходу на учение. Горит красным боевая тревога во всех. Дневальные стоят ошалевшие, роты нету, никого в роте нет. Он один, как перс, потому что даже его механики, которые с ним в наряде, они ушли в парк. Он один стоит, он не знает, что делать. Тут появляемся мы, офицеры пришли. Мы на обед собрались там вот тоже. Понимаете, мы что происходит? Ну, ладно, давай мы пойдем сейчас к дежурному. К дежурному мы все узнаем. А мы почему к дежурному? Пошли, у нас у дежурного хранились наши пистолеты. У дежурного в сейфе. И мы приходим к дежурному и смотрим, что-то не так. Там какие-то красные полковники. Сейфы нараспашку. Там вот эти сейф, где у нас лежит задача по боевой задаче, то за семью печатями, которых рассказывают. И он вскрыт. Мы тихонечко-тихонечко пистолеты свои забрали, заместители оставили в роту. А все горит, никто отбоя никакого не дает. И все, ну, значит, по боевой тревоге начинаем как-то шевелиться. Мы в парк. В парке там вот эти бойцы бегают, канистры носят. Смотрим, уже ворота все открыты. И ворота из парка открыты. И мы понимаем, что что-то здесь такое серьезное. И вот офицеры плюс механики-водители, которые не на все машины, мы начинаем заводить свою боевую технику и начинаем выдвигаться из парка. Парк, ворота открыты. Мы доезжаем до ворот, которые выходят из полка. Из тех ворот вообще никто не выходил. Там эти ворота, там даже ключей от них мы не знаем, где находятся. Эти ворота сломали. Эти ворота просто свалили. И мы понимаем, что дело не шуточное. Мы бегаем в роту, в парк, вернее, в рушкомнату, начинаем набирать оружие, как снопы. Берем его в охапку, приносим его в люк наводчика-оператора, выбрасываем туда все, закидываем туда ящики с боеприпасами, закидываем туда ночные приборы, закидываем бинокли, все наше оборудование, которое идет по тревоге, мы все загрузили в боевые машины, ворота открыты, приказ на выход. И мы пошли колонной. И я не знаю, откуда он взялся, но картина, когда генерал заскакивает, и солдат начинает объяснять, что тот неправильно поворачивает, там это он вогнал нас в сильный ступор. И мы вышли в районы швартовки, роты не было. Рота появилась где-то глубокой ночью появилась рота, и тогда я съел, это было в обед, мимо ужина мы проехали, глубокой ночью я съел яблоко, которое меня замкомзвод привез из межколхозстроя, где они находились по задаче комрепа, я съел одно яблоко. И потом ночью у нас был 100-километровый марш в район учебной дивизии. Вот этот мы вышли туда, выполнили то, что нам сказали, замаскировались. У нас нету завтрака. И потом откуда-то старшина достал
сухой паёк. Откуда он его достал? Я не знаю. Ну, короче, больше, чем за сутки. Первый раз мне дали бойцы банку открытую и ложку. Открытую банку с сухой паёк. Я только ее ковырнул в рот, слышу уже ротный. Где этот Осипенко? Я здесь. Я его ищу, а он сидит, жрет. И мне так стыдно. Я за двое суток первую ложку так вот. Мы, значит, туда пошли задачи. А что такое задача для разведки? Это ногу в горсть и полетели на какой-то рубеж. На какой-то рубеж. Короче, мы к вечеру, уже еще не к вечеру, во второй половине дня, после обеда, так уже глубоко, часиков 16-17, возвращаемся на базу, и нам объявляют. Значит, получается, что более суток мы ничего не ели. Более суток ничего не ели. И нам говорят, обед. Ёлы-палы. Короче, не может быть. И мы, значит, на обед этот пришли офицеры, мы поели, мы из-за стола, значит, встаем, она говорит, стой. Это был завтра. А сейчас будет обед, не уходите далеко. Короче, нам пытались засунуть в рот все то, что мы за двое суток не попробовали. Полк получил хорошую оценку по результатам этих учений. И главное определяющее было то, что мы только перешли на боевые машины, мы только осваивали эти машины и совершили 100-километровый марш. 100-километровый марш. Горжусь тем, что я был во главе этого полка, как во главе полка. Мощно сказано, но на самом деле колонна полка, вы можете представить, там 100 боевых машин, а задом еще за спиной еще 250 колесных машин. Вот такая вот сопля, вот она вот, вот такая по лесам, по второстепенным дорогам каким-то этим, она выдвигается на 100 километров. У меня в руках карта, и я разведдозор, разведроты, который идет по голове полка. И я, напутав вот здесь вот на каком-то перекрестке, мог очень сильно подставить. А такая подстава была вот в этом, на этих учениях. Она была, там запутался какой-то аэродромная группа, выезжая к себе в район подготовки, они заехали на какую-то хуторскую дорогу. А там хуторская дорога, вот она ведет к хутору, она до хутора дошла, вот он хутор здесь, и все, дальше дороги нету. И она уперлась вот всей своей мощью, уперлась туда. А потом, когда уже туда подлетели офицеры командующего, они пытались это дело как-то разрулить, помочь туда-сюда. И какой-то полковник задает вопрос. А аэродромной группой командует командир батальона. Он идет, где комбат? А там уперлась, и на этой дорожке не развернуться. Техника здоровая. Там либо наматывать на это все посадки, которые есть у этого хуторянина. Короче, там какой-то коллапс образовался, и он искал комбата. И тут высунулся. Я комбат. И тут без разговора, значит, этому комбату, все, что у него накипело, он ему прямо там тут же тут этот и высказал. Он говорит, я командир батареи. Поздно, блин, уже свое огреб. Уже свое огреб. Ну, короче, оно серьезное, и такая вот грань, вот на тоненькую, если ты вот неправильно что-то определил, я мог завести вот точно так в такую, а там дорог много, ночь, эти все указатели кончаются, когда выезжаешь с главной дороги, там уже этих указателей нету, идешь чисто по карте с фонарем, и вот этот командир роты доверял. Полк доверял, ну вот вышли. И когда мы эту задачу решили, мы узнали, что точно так же подняли Витебскую дивизию, и Витебскую дивизию утвердили на афганский вариант. И наша прославленная 103-я дивизия потом 10 лет провела в Афганистане. Их тоже, кстати, вот на этих учениях, когда их подняли, их забросили в пустыню, и они там, будьте знать, они по-хорошему там отработали. Так вот готовили войска для внезапно возникающих задач. Ну, где-то что-то назревало, видно, на том уровне. Знали, чувствовали. И поднимали не на шутку. Завершая эту встречу, хотел бы порекомендовать всем интересующимся фильмам ознакомиться с оригинальным сценарием.
написанным советским киносценаристом Евгением Алексеевичем Месяцевым. На его счету есть и другие, не менее запоминающиеся работы. «Ответный ход», «Случай в квадрате 3680», «Одиночное плавание» и другие. Кроме того, советую посмотреть, если еще не видели, вот это видеоинтервью о службе в воздушно-десантных войсках нашей страны. Все ссылки вы найдете в описании к этому ролику. Напоследок секретно сообщу, что за один присест записали с Владимиром Васильевичем еще одну беседу. На этот раз о не особенно известном периоде пребывания 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в составе пограничных войск КГБ СССР. И в самом-самом конце для настоящих ценителей фильма «В зоне особого внимания» наша микровикторина из 5 вопросов. Вопрос первый. Воины-десантники вооружены в фильме довольно странного вида холодным оружием. Что это за образцы и как они попали в фильм? Вопрос второй. По сценарию майор Морошкин, специалист по работе с разведгруппами условного противника, принадлежит к одной уважаемой национальности. Какой именно? Вопрос третий. Перед погрузкой в транспортный самолет на аэродроме десантники рассказывают анекдот про некую Наташу. Что это за анекдот? Вопрос четвертый. В некоторых динамичных сценах фильма появляется особенно четкий воин-десантник с необычным напульсником на руке. Кто этот человек? И вопрос пятый. В сцене условного уничтожения моста десантники устанавливают некое взрывное устройство. Какое именно? Ответы можно разместить и обсудить прямо в комментариях к этому видео. В обозримом будущем с экспертами рубрики «Знай наших» обсудим вопросы, касающиеся практического выживания в природе, ПТСР, посттравматического стрессового расстройства. Обратимся к истории появления КАС, возьмемся за прочие любопытные темы. Буду держать вас в курсе. Обратите внимание, более-менее регулярно возникает возможность до очередной съемки собрать ваши вопросы для наших гостей. Анонсы грядущих съемок по мере подтверждения гостями наших программ вы найдете на телеграм-канале «Специнформ». Адрес на вашем экране. В завершение выражаю благодарность всем нашим неравнодушным зрителям за неуклонно растущий интерес к видеопродукции «Специнформа». Спасибо вам за помощь в непростом деле создания наших видеоинтервью. Смелее оформляйте подписку на канал и шире распространяйте ссылки на наши видеоматериалы. Увидимся!